Давайте посмотрим расклад какой-нибудь. Я даже не знаю, какой вопрос-то посмотреть. Вопросов море. Вот такой давайте опять посмотрим. Да, женщина у меня пошла в новое. Что или кто встретится ей на пути? Все, женщина хочет пойти заниматься своей жизнью. Давайте посмотрим, кто придет. И что встретится на пути? Давайте посмотрим. Приходите на диагностику негатива на боски. Девочки, мальчики, приходите. Можно посмотреть и на этом тоже, да? Так, кто у нас тут пришел? Я смотрю, брак закончился здесь, да? Невозможность быть больше в браке, либо в отношениях. Женщина, да, которая страдает. Либо, девочки, страдания здесь уже заканчиваются, да, остались разочарования. Эта карта еще девятка мечей говорит, а зачем мне все это надо было, да, для чего я все это терпела, да. Вот оно мне нужно было, да, вот все вот это. Почему раньше, да, я не ушла, к примеру. Вот так вот еще может говорить эта карта. Здесь у женщины много энергии, много, да. В принципе, может быть все, но женщина настолько либо морально уже выжата, понимаете, не либо, а морально выжата. Морально. Это страдания уже какие-то внутренние. Дама Пентаклей. Дама Пентаклей. Представляете, какая вы замечательная. Замечательная. От слова, блин, вообще золотая женщина. Дама Пентаклей. Возле вас все расцветает и распускается. Земная женщина. Вы можете из всего сделать все. Вы хорошая хозяйка и хороший работник. Скорее всего, да, женщина, которая, ну, на самом деле может заработать денежку сама на себя. Предприниматель уже может быть, либо свое дело какое-то начинать, либо вообще просто, да, знаете, как сохранить и приумножить богатство. Да, вот здесь и говорится, что работаете, работаете, работаете. Сейчас прямо у вас именно в эту сторону, да, жизнь вас выдвинула на работу, да. Личная пятилетка у меня у женщины здесь, потому что страдания и разочарования уже задолбали. Ну, давайте посмотрим, что-либо кого встретите по пути. Свои сроки какие-то загадайте, ну, не меньше, чем 3 месяца, да, и старайтесь не больше, чем полгода. Что же и кого же? Движение вперед, глаз дергается, девочки, все, пипец. Саму уже, знаете, надо лечить. Движение вперед, девочки, движение вперед у вас именно... В той сфере, да, будет в денежной. Нужный коллектив, нужное дело. Вы попадете в струю пентаклей, понимаете? Именно попадете вот в это движение в нужное время, в нужный час, да, в нужный день. Вообще все, вот все звезды сошлись на том, чтобы вы поднялись в материалке. Материальное изобилие. Не только материально, да, изобилие здесь. Здесь вообще благоприятный, просто благоприятный период лично для вас, для того, чтобы вы познали свою звездность, да. Вот все. Поддержка людей, да, которые будут с вами на одной волне. И движение именно туда, хорошее движение. Вы управляете, вы уже, понимаете? Нужное общество, нужные связи, девочки. Девятка Пентаклей. Жизнь – свое удовольствие. Жизнь тогда, когда не надо напрягаться. Именно в это вы пошли, вы выбрали. Это вам светит. Не забывайте, да, только что придется поработать. Но именно вот эта вот восьмерка Пентаклей
постоянная работа, она вас выведет, она вас вот на этой колеснице, да, именно вот туда вы и попадете, в эту струю. Белая полоса, белая. Будете жить припеваючи, девочки. Изобильная женщина, семейная женщина, семья. Вот понимаете, десятка пентаклей, десятка чаш, девятка пентаклей. Говорит о том, что не будет у вас больше рядом людей, которые будут вас расстраивать, которые не будут вас поддерживать. У вас будет изобилие в чувствах, в материалке. Вы будете обеспечены. Девочки, уровень обеспеченности у всех свой. Да? Еще раз говорю, кому-то 3000 кайф, а кому-то 100 тысяч мало. Поэтому здесь показано, что вы идете в нужном, в правильном направлении. Женщина здесь ушла от брака. Либо от такого вот, ну, скорее, может быть, от брака, девочки. Не у всех проиграется, но, может быть, от пары. Она больше не видела там возможности ни для реализации себя, ни для проживания вместе. Хромали вместе на обе ноги, да. Устала она быть, как это, кто там, кот Базилио, лиса Алиса, да, устала. Она хочет... в конце концов, нормальной жизни, где ее будут уважать, ценить, где люди будут на одной волне, да, вот такую жизнь она хочет. Новые контакты, новые. Новые связи, новые контакты, новые вы, которые будете представлять что-то. Может быть, диалоги вести с кем-то, может быть, клиентов находить. Вот что-то все будет крутиться, и это будет интересно, потому что шестерка чаш, она и говорит о том, что люди... Говорят, они как вот все, понимаете, это общение, это нахождение чего-то общего, да? Учиться договариваться, находить, говорить, получать чувства, да, положительные ощущения. Кто встретится вам на пути? Поначалу, да, денежки будет не очень много, но, опять же, вы выбрали нелегкий путь. Об этом и говорит восьмерка пентаклей, да? 24/7 будет работа. Но вы решили это, решение было принято. И решение было принято, девочки, после того, да, как были стенания, ублажения, может быть, у вас на самом деле уже было все плохо. По пентаклям, пятерка пентаклей, она может говорить о кризисе денежном, да, когда денег нифига нету. Но вы приняли решение, что вы пойдете в собственную удачу. Решили резко. Обрубили чертовой матери всех, сказали, все, нафиг ухожу, где мои вещи, да, и ушли. В свою жизнь, в свою удачу, в свое. Выбрали нелегкий путь, но вы его выбрали. Да, девочки, баланс. Наконец-то вы успокаиваетесь. В семье стало лучше. Вы стали спокойнее. Может быть, ребятишки стали спокойнее. Все вокруг говорит о том, что стало утихать. Вам становится комфортно, приятно быть там, где вы есть. Вы любите приходить домой. Вы, может быть, не озабочены уже проблемами там кого-то, кто недостоин абсолютно, да, вас. Движение, девочки, карты все хорошие. Движение. Рыцарь чаш здесь опять нарисуется. Захочет возобновить, девочки, отношения. Захочет возобновить, да, что-то увидит, что у вас стало все хорошо, да, скажет, а что-то мне тоже хочется, чтобы у меня было хорошо и к вам. Ну и зачем ты нужен? Это, девочки, будет вас жизнь проверять, знаете, как в ТикТоке видели, да, проверять там, приняла ли ты урок, вот она и будет, да, что ты выберешь-то опять, кого выберешь? Свою стабильность, свое движение ты выберешь, либо откат с этим рыцарем. Видимо, это ваш бывший, потому как воскресить значит бывший. Кто еще или что повстречается на вашем пути?
Король пентаклей. Симпатии проявятся, девочки, симпатии. Но нет, там тоже тайные отношения, а вам такого не надо, да? Будет тяжеловато вам вывести. Король пентаклей, девочки, но это одиночка. Проявятся симпатии, но там тоже не выгорит. Кругом блоки, может быть, даже и женатые. Тайная связь по верховной жрице, скорее всего. И она вам никуда не упиралась. Она для вас будет тоже не выходом из одиночества. Что еще на пути встретится? Император. Да что за мужики-то у нас тут пошли, а? Император, проявляйся ко мне сама. Это тоже будет иллюзия, да, отношений. То есть здесь нет. Ничего тратить на вас не захочет, вгонит в тоску печаль. Тоже не надо, кстати. Вообще, красота. Девочки, вот прямо период не для мужиков. Для вашего личного движения, для вашего продвижения. Здесь, девчонки, все говорит о том, что сейчас не время для страстей и для вот чувств. Сейчас время вот для движения, для вашей стабильности, устойчивости, да, для наработки внутренней, внешних сил к тому, чтобы действовать, да. Все оставшееся не приведет вас ни к чему хорошему. Использование и тяжесть убитость, девочки. Нет. Если вы хотите вот тут по последней карте, можете просто веселиться с теми, кто придет. Вот серьезно. Только не отягощайте свои мысли, да, чем-то серьезным. Потому что мужчины, ну, не по серьезности пока. Вот который расклад, да, где говорится, что девчонки, время поправить свои финансы, да. Вот свою жизнь поставить на ноги, ни от кого не зависеть, да. Вот мужчины нет. Видимо, вот пока вы не усвоите урок, либо пока вы не встанете на ноги, да, и не будет у вас вот такой вот зависимости от кого-то, пока вы не поймете, что вы должны быть независимы, и рядом мужчина должен быть просто рядом мужчиной, да, от которому вы не прилипнете никак. Видимо, такого мужчины не дадут. Да, девочки, время сейчас для того, чтобы подумать, решить, разрулить все, да. Нарисовать себе жизнь и в нее пойти одна. Понимаете? Пока одна, девочки. Никаких мужчин, девчонки. Вот хоть убейте меня, да. Сейчас ваш опыт важен, ваше движение к другим берегам. Использовать все наработки, все, что вы получили для себя, девчонки. Ну вот пока что мужчин не вижу, да. В новое идете, правильно двигаетесь. Движение вообще вот прям попутного ветра вам в спину, да, чтобы вот прям несло вас туда, куда вот вы должны пойти. Хочу даже вот посмотреть здесь, что покажут. Верное ли у вас направление в Ленорман? Вот хочу посмотреть тут. Верное ли у ваше направление? Верное ли оно? Да, девочки, здесь вы открыли ключ в Ленорман. Это карта свободы. Понимаете? Вы приняли решение идти, никого больше не ждать. Убрать из своей жизни, да, все предательства, утерять вот эту крыс, которые там были. Идете в общество, идете в социум. Идете к деньгам, девочки. Рыбы – это материальные блага. Верное движение, девочки. Идите